Как говорить «нет» и не чувствовать за это вину? Больше практики. Установите для себя правило хотя бы 3 раза в день кому-то отказывать. И начните с тех людей, которых вы меньше всего знаете. Например, это официант, либо, например, продавец вам что предлагает. То есть попробуйте с кого-то, с кем вы меньше всего контактируете. И изучайте, как другие люди говорят кому-то «нет», например, вам в том числе. Перенимайте их манеру, интонацию, смотрите, как они себя чувствуют, какие это формулировки. Вот, и обязательно внедряйте это в практику. Попробуйте перефразировать слово «нет» на что-то такое, знаете, более мягкое. Например, «я не делаю этого», или «не сейчас», или «для меня сейчас это было бы некомфортно». Есть классные фразы, которые вы можете использовать в своих отношениях. Если вы кого-то любите, и вам что предлагают, чего вам не хочется, вы можете говорить «я тебя люблю, но делать я этого не буду».